Так, всем привет! Хочу записать для вас небольшой урок, как импортировать PVH в сцену. Файлы PVH, ну те, которые были созданы, да, как макап, захват движения. Вот с помощью модификатора MakeHuman от компании MakeHuman. Точнее, компания, точно не помню, как называется, но та, которая создала инструмент MakeHuman. Такую программу. Я думаю, все знакомы с ней. Так, давайте сейчас мы зайдем на сайт. Покажу, где скачивать. В принципе, в последней этой программе версии Blender, по-моему, уже есть. MakeHuman. Давайте напишем. Вот. Уже есть этот плагин, но все равно, на всякий случай. Вот, скачать его можно где? Где? Downloads нажимаете. И вот здесь Download Blender Tools. Вот, нажимаем Download. И вот он называется Blend Tools 1 ряд поля. Вот, скачивайте, куда вам нужно. Давайте я закрою. Дальше. Так, я так сделаю, чтобы не отвлекало меня. Далее. Ну, давайте тогда, пока не буду я открывать, наверное, ту сцену, покажу. В общем, когда, теперь, да, теперь, когда вы его сохранили, если у вас его еще нет, он должен находиться вот здесь, смотрите. Тут у меня много вкладочек. Вот, на мониторе сейчас я. Мисс, на М, вот. Это точно мисс. UDK Export. Да, да, вот он называется плагин. Плагин называется MakeWalk 0943. Вот так он должен появиться. Да, почему здесь вообще ничего нет, не видно, потому что еще нет ни одного скелета здесь у меня. Ну, можно попробовать на скелете. Вот, давайте я открою плагин, простите, файл. Я уже подготовил специальную Cartoon Fox. Вот. Вот это лисичка, которую лисичка, которую я делал, если кто видел, внимательно смотрел на канале, там есть анимашки. Он там подает теннис. Так. Ну, делает подачи. Здесь я удалил все настройки скелета, какие именно. Ну, то есть рик я оставил, естественно. Если вот подвигать за скелет, то рик применен. В общем, меш прицеплен к скелету. То есть, если выбрать, например, там маечку, пойти вот сюда, то здесь мы видим, да, что модификатор арматуры применен каждому объекту отдельно. Вот кроссовок, ноги, руки и так далее. Вот. Ну, давайте попробуем перейти вот сюда, выбрать Pose Mode, подвигать. Давайте Rotate, там, например, X. Вот видите, рука вращается, или Y. Вот, можно опустить. Можно теперь Add RX сделать, или вот это RX. В общем, все работает. Давайте выберем все, нажмем Alt. R, Alt, G, чтобы все вернулось. Вот, так вот, эта панель, она неактивна, пока мы... Угу. Давайте это уберем. Теперь я со своим экраном не помещаюсь, да? Вот, выбираем скелет. Ну, давайте назад вернемся в режим... Да, что же делать теперь? Сюда. О. Появились у нас все вот эти панельки. Смотрите, как установить вот это все. Если его нет по умолчанию. Давайте User Preference, в Add-on зайдем. Так, они у меня открылись на другом мониторе. Сейчас я их верну. Вот сюда. Вот, ну в списке проверить, если они вообще Make. Make, вот так нажмете, они появятся. Вот они все. Make Human, Make Close, Make Human, Make Target и Make Human, Make Walk. Вот они все.
А, и просто импорт-экспорт make human. Вот. У меня как было? Я сразу в поиск не вбивал. Я просто вот так выбирал там, например, ну, все enabled или disabled без списка. Давайте я уберу список. Вот. Все. И я искал здесь. Может быть, я тогда мимо проскочил, не заметил. Ну, мне показалось, что я не нашел. Вот, поэтому я устанавливал по второму разу. Точнее, я находил make human BVH, да? Вот этот. Make. Вот этот я видел. А вот этих трех я не видел. Они основные, что нужно. То есть import make human самого файла, который вы создали в make human, вы можете сделать. А чтобы классно сделать ретаргет, то есть загрузить сюда BVH формат BVH и применить его к скелету, чтобы он каждая кость нашла свою кость, ну, аналогичную кость, да, то есть загрузить сюда скелет, чтобы тот скелет стал на место этого, будем так говорить, или произошел ретаргет, вот, load and retarget. И так хорошо произошел, что у вас ничего тут не поплыло, рука не там не перекосила руку и так далее, и голову, потому что у вас же это свой скелет, правильно? А те анимации, которые создавались там в других каких-то программах, вот это совсем другое. Давайте сейчас еще я хочу открыть папочку. Вот здесь у меня есть, да, кстати, у меня есть программа специальная, вот она. Вот ее можно скачать. Вот. Для того, чтобы это BVH-хакер, да, которого захватывает, вот open, можно за какой-то. Вот у меня здесь очень много библиотек. Библиотека есть. BVH-lib. Вот здесь. Давайте идем вот сюда, назад. Playground или возьмем вот. Ну, run я обычно проверяю. Один. И вот, и смотрю. Сделаем чуть меньше его. Это не помещается у меня. А и закрылся, зараза. Простите. Открываем еще раз. Сейчас я его поправлю на другом мониторе. Что-то он не уменьшается больше. Ну ладно. А, о, вот так можно сделать. Открытие. И вот мой бег, да? Бег. Откроем. И вот вы смотрите. Вот он бегает туда-сюда, то есть примерно вот так он должен бежать у вас. Ну, так оно и будет, в общем-то. Давайте закроем. Не будем редактировать. Это я закрою. Так, а я показал? Я же не показал. Все, скачу, извините. User preference. Ну и где вы тут? Вот оно, второе окно. Так вот, чтобы вот эти вот другие три обнаружить, мне пришлось устанавливать его вот так. Еще раз. Install from file. Как это? Ну, вы знаете, уже часто устанавливали вот так, но попробуем вместе еще раз. Находится он у меня на диске D, G. И вот он, Blender Tools есть. Когда я его установил, ну, понятно, нажимаете, да, и установить. Ну, а потом сохранить. Я все равно не нашел его вот тут. Вот тут его не было. Вот здесь, в панели. Я зашел там еще, нашел в интернете один урок. Там показали сделать следующим образом. Как можно еще сделать, если у вас вдруг не появится. Зайдите, нет, не тут, пардон, сейчас. В общем, вам нужно попасть в скрытую папочку. Она обычно на Windows скрытая. Открывайся, давай. Сейчас она у меня откроется. Вот. Апдата папка. Вы можете просто ее вбить вот здесь. Как это, как вообще ее можно найти? Давайте я сейчас правильно ее выделю, вот, чтобы не. Вот. Апдата, да? Например, если вы знаете ее, хорошо, но знаете название той папки, которая у вас скрыта, но пути не знаете. А, вернее, как вы, путь даже должен быть, знаете, но нет той папки, куда зайти. Вы берете вот так, ставите, ну, администраторы, системные администраторы знают этот трюк. В принципе, не трюк, а для дизайнеров объясняю. Вам эти знаки процентно и пишите четко между процентами вашу папку, ваше имя, которое скрыто.
Enter, и вы попадаете туда. То есть, где бы она ни была на диске C, там на компьютере, она всегда придете в нее. Вот, здесь Blender Foundation, Blender, Roaming, да. Roaming, Blender Foundation, Blender. Последнюю самую версию захожу я к себе, Config. А может это не тут? А если так? Local. Больше нет Blender Foundation. Ой, ой, ой. Ну, здесь больше Blender нет, да? Нет. Ну, давайте еще раз. Updata. Хорошо, Roaming. Blender Foundation. Blender. Может быть, 76. Кэш, скрипты. Вот, 76. Аддоны. Вот он. Смотрите, что я сделал. У меня он был вот так вот, по-моему. Вот я зашел. И он у меня был... Вот эта папка BVH импортер, и в нем внутри были вот эти еще три папки: Make Target, Make Walk и MVX импорт. Нет, а ну да, и все. А, Close, Target и Walk. То есть эти папки я не видел. Вот, они были внутри. Я их просто взял отсюда, вырезал и поместил сюда. Все, то есть запомнили, да? Если что, поставите на паузу, еще раз посмотрите. Вот, и когда это я проделал уже. Я зашел к себе вот сюда, вбил make, и они у меня появились. Только галочки не стали, галочки поставил, нажал сохранить, и все. Ну, теперь, в общем-то, можно начинать. Когда у вас уже это все будет, и у вас есть ваш скелет и персонаж, или может быть только скелет, да, загрузить, entry target, нажимаем, и выбираем в списке то, что нам нужно. Ну вот, например, 0101 BVH run, да? Вот я выбираю его. Загрузить. И все. И вот он стал. Ну, посмотрим. Надеюсь, что он будет красиво бегать. Единственное, давайте мы ограничим количество. Сейчас, секундочку, я смотрю. Ага, 12 минут прошло. Нормально. Ограничим количество кадров. Так, чтобы... Мы не ждали, пока он там добежит до конца кадров и снова побежит. Ну, чтобы он подряд бегал. Вот он так бежит. Ну, смотрите. В принципе, ничего. Если учесть, что это персонаж сказочный, скажем так, да, стилистичный, это не человек. Сниму выделение. Давайте еще зайдем и X-Ray выключим. Я еще хочу вот тут вот количество кадров. Ну, я сейчас сделаю так, что он будет вот кастом нажму. Обратите внимание. Здесь сделаю медленнее, да? Ага, вот еще медленнее. Чтобы посмотреть, как он уже бегает. О! Вот так вот лучше. Ну, тут что-то с ногами у него. Но это он просто, видите, такие трамплины получились. Ну, согласитесь, что это намного лучше, чем если бы там вообще у вас поплыло все куда-то. По крайней мере... Руки, бедра, колени. Все у него ровно. Нормально. Вот так вот. Ну, я доволен. У меня... Что у меня получилось? Это я сейчас для вас взял этого вот героя. А что у меня еще было? Вот у меня есть мой маг. Которую я там моделил последнее время. Вот, можно сделать вот так режим. Так он чуть-чуть симпатичнее. Вот. Это тот же самый бег. Вот, тот же самый бег. Я его немножко обрезал. Это я уже редактировал. Это я уже заходил в режим кривых и редактировал. Ну, давайте. А, я же назад уже не верну, да? Давайте покажу просто здесь на примере. Взять скелет, перейти в режим редактирования, потом здесь выберем граф эдитор, выберем все, и вот тут ключи. Ну, вот эти вот ключи, естественно, мне пришлось редактировать. Вот, что-то я там двигал, удалял, умножал, где-то копировал. Вот, вот так у меня получилось. Ну, нормально устраивает, он мне сейчас бегает вот так в сцене. То есть этот бег я хочу взять за основу его, этого героя. Такого нового, которому только придумали.
с моим приятелем-программистом, но он, это его идея игры. Посмотрим, что у нас получится. Пока так. Опыт набираюсь, можно сказать. Так, с этим, в общем, я показал, разобрались. Могу еще показать, где сайт. Ну, вернее, тот сайт, на котором вы сможете скачивать. Да, я как делал? Я брал BVHN писал, и дальше... А, анимация, по-моему, да. Аним. Вот так, кажется, и все. И мне здесь сайт Google, вот, по-моему, вот это вот. Хороший вот такой, да. Вот он сайт, здесь сразу и BVHacker они показывают, где его скачать. И вот они все библиотеки, они пишут релизы, вот, например, это в 2010 году. Что поменялось? Где именно, где они там поправили, и каждый раз они всю свою библиотеку полную вкладывают. Я скачал вот эту вот. Но то, что вы сейчас видели, это еще не распакованная библиотека моя, скачанная отсюда. То это уже, это еще старая. Я буду пробовать, буду, может быть, какой-то еще урок создавать. Ну, вот так. То есть вот здесь вы можете скачать. Вот, ну, посмотрите, сайт.google там. Вот так. Долго переписывать. Лучше сделайте, как я, вовремя найдите. И все. Ну, в общем-то, все, что хотел показать, я показал. Вот в этом уроке. Желаю вам удачи. Вот. Да. Есть у меня два сайта. Давайте прорекламирую. Один вот такой сайт. И другой вот такой. Вот. Этот сайт называется Академия. Енот Академия. Здесь можете зайти, посмотреть. Вот, enotacademy.ru. Это курсы, которые я могу проводить онлайн, и я стараюсь их проводить. Я предлагаю вам их пройти. Вот, свяжитесь со мной, если хотите качественное образование. Вот. Ну, и особое отношение, так сказать, к себе, как к студенту. Ну, в каком смысле особое? То есть индивидуальный подход. Идеальный подход, тренинг. Со мной, с педагогом практиком. Вот. У меня есть проект реализованный, очень много. Я могу показать, поделиться. Мы сможем с вами создать какой-то ваш проект, курсовую какую-то, сделаем вместе. Вот. Обращайтесь, если что, поможем, направим, так сказать, вам поддержим в изучении Blender. То есть Blender это основной мой софт, который я люблю очень. А вот мне это не означает, что я там, не люблю 3D Max. 3D Max платный, большой, но, тем не менее, я преподаю его, вот, можете почитать. То есть, получается, в Енот Академии это мой подход к софту, к остальному. Вы можете почитать, как я позиционирую 3D Max. 3D Max это для архитекторов, дизайнеров интерьера, вот, скажем так. Хотя, есть у меня интерьеры и блендеры, там, вот он, другой мой сайт, да, и здесь последняя картинка, это я сделал интерьеры в блендере. Ну и не только здесь. В общем, все, обращайтесь. Всего вам доброго, удачи. С вами был Евгений Романенко на канале Blender.ru. Счастливо. Пока.